В жизни всегда есть место подвигу. Подвигам и людям, их совершившим, посвятили урок мужества в Чемлыкской 22-й школе. Она носит имя героя Советского Союза Ивана Колованова. И каждому классу этой образовательной организации тоже присвоены имена героев. Ученикам 2 А вот-вот наденут значки с портретом Игоря Маринкова, героя России. Целый год ребята вели поисковую работу, собирали информацию о жизни, о подвиге нашего земляка. И весь собранный материал увековечили и поместили на парту героя, право сидеть за которой предоставляется только лучшим ученикам нашей школы. Также, начиная с сентября 2019 года, вся школа, все классы присоединились к участию в региональном проекте «Имя героя». Главная цель этого проекта – увековечить память героев Отечества, а также познакомить ребят с истинной историей нашего государства, с истинным историческим прошлым и нашей малой родины, нашего региона Краснодарского края. В нашей школе 19 классов, и каждый из них с 1 по 11 носит имя героя Отечества. Исключением не стал и 2 А класс. Вся работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование активной гражданской позиции наших детей. Ну и, конечно же, воспитание чувства патриотизма и любви. Любви к своей стране, любви к малой родине. Мы изучали биографии наших знаменитых земляков. Мы пытались найти для себя героя такого, чтобы мы смогли найти о нем много информации, чтобы класс оказался, самое главное, достойным носить имя этого героя. Почетные гости, свидетели важного события для второклассников. Ребята с юных лет, со школьной скамьи, прикасаются к памяти тех, кто защищал наше Отечество. И в далекие годы, в годы Великой Отечественной войны, ваши деды, прадеды, прапрадеды, они были теми людьми, которые вот мы видим здесь на фотографиях, которые защищали вашу будущую жизнь. Когда вы позже намного родились, но вы родились в счастливой, великой стране, свободной от фашизма. Поздравить школьников с присвоением классу имени Героя России пришла глава сельской администрации. Взрослые понимают, что патриотов нужно воспитывать с малых лет. Но я желаю вам, дорогие мои ребята, чтобы не только в рамках вот этого мероприятия или в рамках месячника Героя Отечества вы вспоминали о подвигах наших отцов, дедов, братьев уже, чтобы вы помнили и не пока когда уже вырастили, по возможности не допускали никаких конфликтных ситуаций. Даже не то, что вот где-то на границах, там это уже политическая часть, даже между соседями, между друзьями. Живите мирно, потому что мир должен быть везде, начиная вот вас в классе. Председатель первичной ветеранской организации, директор Чемлыкского центра культуры и досуга. Все нашли, что сказать школьникам в этот торжественный момент. В церемонии прикрепления значков с портретом Игоря Маринкова приняли участие и старшие школьники. Их класс носит имя Сергея Богданченко. Дети воспитываются на примерах героев, изучают их биографии и подвиги.